Его талантом восхищаются, его достижением завидуют, а заокеанские коллеги просто в наглую используют его музыку при создании своих песен. Сергей Галоян отметил свой 30-летний юбилей. Ну, 30 лет — это такой рубеж для любого мужчины, я считаю, такой переоценка ценностей. Для меня в том числе, потому что мои коллеги, некоторые, как Джимми Хендрикс и Курт Кобейн, они ушли из жизни в 27, а мне 30. Поэтому это как бы такая граница между юношеством, максимализмом и взрослой жизнью. Судя по количеству пришедших гостей, Сергей не только талантливый музыкант, но еще и отличный друг. Вообще, я не знаю, я не верю в то, что этому человеку сегодня 30, потому что мы познакомились 11 лет назад, Мне было 12 или 13. Вот, то есть для меня это вот остался молодой, но до сих пор талантливый. Супер, я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе побольше сил, энергии, чтобы ты всегда был таким же жизнерадостным, клёвым. Я от всей души тебя поздравляю с днем рождения. Пусть все твои желания сбываются. Пусть твоя семья всегда будет здоровая, и ты в том числе. Твои бабушки, дедушки, пусть тебе всегда везет. И пусть в твоем сердце всегда цветут цветочки и будет любовь. Я знаю, что ты очень хороший и талантливый человек. Всегда оставайся таким же. Я тебя обожаю, и спасибо, что у меня в друзьях есть такой человек, как ты. Я тебя люблю. С днем рождения, Сереж. Мы группа Out of Space. Вот сегодня мы оказались на мероприятии, посвященном дню рождения Сергея Галояна, замечательного композитора, музыканта, человека, который написал множество суперхитов для группы Тату. И нам очень приятно быть здесь. И поздравлять его. Да. А вот певица Валерия оказалась более проницательной и пожелала Сергею не только творческих успехов, но и продвижения в карьере. Но возраст такой, что желаю ему еще подумать уже о семейном каком-то таком счастье. В тот вечер многие поздравили Сергея своими песнями. Но самым оригинальным и неожиданным, как для именинника, так и для самих выступающих, стал подарок Елены Кипер и Юлии Волковой. Полчаса поезда под откос. Спасибо, это было просто мега-мега-мега круто. Коллеги Сергея желали ему творческих прорывов и продуктивной работы. Впрочем, именинник, поделившись планами на будущее, не разочаровал их. Для меня это будет годом завоеваний, что я сделаю несколько очень крупных дел, музыкальных и не только музыкальных. Никакого конца света не будет. Если он будет, то я его сам вызову.